что должен перестать делать каждый подросток. Во-первых, перестать выебываться там, где это не нужно. Например, сидеть вот так, на крыше. Что бы ни случилось, ты у мамы один. Если ты идешь с девушкой, а вдруг хулиганы, убегай. Ты чего советуешь такое? Да шучу, шучу. Убегайте вместе. Во-вторых, не надо бегать за девчонками. И за парнями тоже не надо. Не вздумай. Так за кем бегать тогда? Сделай так, чтобы бегали за тобой. Отдай портфель.